Коронавирус вторгся во все сферы российской действительности. Проходящие в регионе с 6 по 21 сентября соревнования «Молодые профессионалы» не исключение. Ребята работают, выполняют задания, а комиссия следит за ними в режиме онлайн. На выполнение задания отводится несколько часов. Все это время внимание национального жюри не ослабевает. Мы застроили 17 площадок, все они приняты союзом WorldSkills, они оформлены и снабжены всей необходимой техникой по так называемому инфраструктурному листу. И в соответствии с теми заданиями, которые присланы союзом, ребята и будут соревноваться. 8 августа ребята демонстрировали навыки деревообработки. Задание – сделать оконную раму. Дело ульяновским ремесленникам знакомое не понаслышке. Отбор для финала велся давно, до него дошли самые, что называется, рукастые. Я перешел на второй курс, у меня была практика. Вот, я хорошо себя показал здесь, меня заметили, и так вот все и пошло дальше. Преподаватели колледжа дежурят на соревновательной площадке, однако болеют за своего студента в полной тишине. Подсказать жестом или словом нет никакой возможности. Задания выполняются под бдительным оком видеокамер. На втором курсе есть перечень работ, которые должны выполнить на оценку. Ребята, которые талантливые, показывают свое мастерство, качество обработки, точность обработки, согласно чертежам, как работают, потом, как выполняется сам чертеж, аккуратность, вот, все это и складывается общее впечатление и дальнейшее участие в конкурсах. В итоге 17 ульяновцев покажут свои умения в 17 различных отраслях. От гуманитарной и социальной до технической и транспортно-логистической. Со слов организаторов, по итогам соревнования среди наших студентов будут победители, потому что для участия выбраны самые лучшие. По региональной статистике, из 100 заявленных в чемпионат до финала доходят максимум 20% студентов. Но это те, которым по плечу отстоять честь региона. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.